Друзья, вот любимец многих из вас, белый тигр Раджа. Огромный тигр, невероятный красавец. И где-то там зашуршали пакетами посетители, и Раджа пошел к ним. Там вон получают леопардики угощение. Ну, конечно, так просовывать нежелательно. Раджа тоже захотел, чтобы его угостили. Леопард проглотил и просит еще. Но, видите, второго леопарда не подпускает. Все-таки у них такая иерархия и дружбы. Дружбы особой нет. Вот они, красавцы, невероятные, конечно. Так, вроде бы дружны, но как только или угощение, или кормежка, все, дружба между ними заканчивается. Так, ну а что же Раджа, друзья? Давайте вернемся к нему. Вот он поглядывает вслед посетителям с пакетом. А, немножко получил по мордашке от Леди Ди. Вон она разгуливает. Слушай, подружка, ты давай прекращай, не порть нам красавчика. Хоть шрамы и украшают мужчину, но Раджа нам нравится без шрамов. Ну, это такие легенькие царапинки на носу, которые заживут без следа. Не успел увернуться. Леди Ди оказалась быстрее. Но это и понятно. Раджа такой огромный. Конечно, он помедленнее ее. Так что, друзья, всем привет от белого красавца Раджи и вот этих вот прекрасных пятнистых созданий леопардов. Ими тоже любоваться можно бесконечно. Умеет же природа создавать вот такую красоту. Что ж, друзья, с вами был Виталий Хомутов и канал «Парк Львов Тайган».